суд приговорил Карелину Ксению Павловну признать виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона 12 ноября 2012 года номер 190 ФЗ и назначить наказание в лишении свободы на срок 12 лет пребывания в следственной колонии общего режима. Ксения, вы довольны приговором? Больше. Что непонятно, говорит, уходит. Безусловно, все будем выполнять юридически значимые действия для того, чтобы начать процедуру обмена и закончить ее как можно быстрее.